18 июля 1927 года постановлением в ЦИК было утверждено положение об органах государственного пожарного надзора в РСФСР. С этого времени эта дата считается профессиональным праздником сотрудников Госпошнадзора. Разработан проект этого положения был на Всероссийском совещании пожарных в мае 1926 года. После его подписания на органы Госпожнадзора легла большая ответственность по профилактике пожаров, по их предотвращению на предприятиях, в жилых помещениях и образовательных учреждениях. Денис Литвинов, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ненецкому автономному округу, служит в Государственном пожарном надзоре уже более 15 лет. Вообще служба в МЧС для меня немножко по-другому представлялась на тот момент. Я думал, что я буду пожарным, заступать на дежурство сутки через трое. Вот. Но мне предложили попробовать себя в Государственном пожарном надзоре. Вот. На тот момент я не совсем представлял, что это такое. Вот. Ну, прошел собеседование с руководством. И с 13 февраля 2006 года по сей день я работаю в Государственном пожарном надзоре. Как и в любой профессии, в деятельности Государственного пожарного надзора есть своя специфика. У нас очень стремительно меняется законодательство. Честно сказать, сами мы еле успеваем за ним, не говоря уже о населении, о руководителях, у которых кроме законодательства в области пожарной безопасности есть еще много направлений. Сотрудники службы осуществляют надзор за состоянием пожарной безопасности организаций, техническим состоянием пожарного инвентаря, снаряжения и оборудования, работоспособностью всех автоматических систем защиты. С определенной периодичностью служба пожарного надзора проводит проверки в организациях и на предприятиях всех форм собственности. В первую очередь, вот мы и сами говорим, да, что в первую очередь наша проверка она должна расцениваться не как какая-то мера взыскания или наказания, а как консультативная помощь. Денис Александрович отметил, что в этом году было проведено более 70 проверок, обошлось без административных штрафов. А вот предупреждения об устранении тех или иных замечаний по пожарной безопасности были. При проверке мы выдаем предписания, в которых все расписано, что нужно сделать, какие замечания выявлены, установлены сроки, в течение которых все это нужно устранить. И в каждом мероприятии по надзору мы даем консультации, мы общаемся не только с должностными лицами, с руководством, но и с персоналом. Денис Литвинов любит свою работу и считает, что повышать профессиональные знания необходимо. В настоящее время он обучается в магистратуре в Санкт-Петербургском государственном университете противопожарной службы. В этом же вузе Денис Александрович получил высшее образование по специальности инженер пожарной безопасности. Я считаю, что именно в этой профессии я нашел себя. Ни разу за свою службу я не думал переводиться либо в другое подразделение, либо вообще менять свой род деятельности. Вот пока я чувствую себя на своем месте. Телеканал «Север» поздравляет всех представителей Государственного пожарного надзора с профессиональным праздником и желает успехов в службе. Катрина Тайбарей, Антон Водряков, телеканал «Север».